Здравствуйте. Вот что на данный момент я успел сделать со своим макетом. Как вы можете заметить, поставил барабан и поставил пружину. Но механизация барабана не получилась у меня. Хоть я и сделал там лепесток так называемый, только вручную его крутить. Но это еще не все проблемы. В принципе, сейчас продемонстрирую вам. То есть рабочий самовзвод, спускаем спусковой крючок, все вроде бы работает, но спусковой крючок обратно не становится в свою позицию, потому что вот эта часть пружины, вот эта, слишком слабая. Поэтому что я собираюсь сделать? Вот в этот разъем поставить более жесткую пружину, которая вот здесь вот будет его отгибать и возвращать обратно. Также видим, что и эта часть работает. Барабан пытается вроде бы дергаться, но ну, в принципе меня и так устраивает. Также уже выточил боковую крышку. Она еще подсыхает. Много сухой сварки на ней. Она будет вот так закрываться. Точно так же все будет прекрасно работать. В общем-то, на этом пока все. Всем спасибо.